Здравствуйте, дорогие гости. Я Артур Арабян, основатель, сооснователь и CEO компании Bigstream, которая является генеральным спонсором сегодняшнего мероприятия. Я бы хотел, во-первых, в первую очередь выразить огромную благодарность организаторам данного мероприятия, потому что, несмотря на популярность криптовалют в Грузии, данная конференция является первой международной в стране. И мы очень рады приветствовать данного рода мероприятия и организовать их более чаще и становиться бок о бок с организаторами. Во-первых, данные конференции и данные встречи помогают нам более четко развить понятие блокчейна и криптовалют для населения, а также часто их посещение даст людям понять, что биткоин, криптовалюты и блокчейн – это не риски и не афера, а это реально будущее и новые возможности. Как я уже сказал, в Грузии довольно популярны криптовалюты. По майнингу, по расходам электричества на добычу криптовалют Грузия занимает третье место по миру. Расходы приблизительно в час до 70 мегаватт электроэнергии, а на душу населения даже выходит на первое место. То есть в зависимости по сравнению с Китаем, с Соединенными Штатами, мы являемся первыми на душу населения по добыче криптовалют. Также есть государственные органы, которые уже перешли на систему блокчейна. Это государственный реестр Грузии, уже работает на основе блокчейна. В ближайшем будущем также готовится внедрение систем блокчейна в другие структуры, госструктуры, внедрение блокчейна в другие госструктуры. Также всему этому развитию криптовалют в Грузии способствовало открытие свободных экономических зон, дешевая электроэнергия и, конечно, либеральные условия, которые предоставляются со стороны государства. Было бы неправильно, если бы я вам сейчас не рассказал немножко о Bigstream, конечно же, представляю эту компанию. Я хотел бы вам сказать, что целью нашей команды является внедрение и использование криптовалют в ежедневной форме для населения, для людей, пользующихся криптовалютами, и сравнение, доведение их спроса до фиатных денег, чтобы в повседневности нам было комфортно заниматься, пользоваться криптовалютами так же, как и фиатными деньгами. Для этого нашей командой были сформулированы определенные идеи и функциональности, которые уже начали подготавливаться и в скором будущем будут внедрены. Наша команда уже вышла на ICO. 1 числа июня мы запустили private sale. И на сегодняшний день оно уже подходит к хорошему завершению. Более 75% всех выделенных на private sale токенов были проданы и привлечены инвестиции. Я бы еще раз хотел пожелать вам сегодня хорошего дня, эффективного, продуктивного. Еще раз выразить благодарность нашим организаторам за данное слово, за данное открытие. И пожелать вам всего продвижения как в сфере криптовалют, так и внедрения блокчейна в нашу систему, в нашу повседневную жизнь. Спасибо большое.